Всем здорова, друзья! С вами, как всегда, Юра Чедони, и, ребята, это Битва воров GTA 5. Мы снова на деле. Кукусиантр! Казалось бы, что можно еще услышать от носка. Ладно, ребята, сегодня у нас центр, получается, города Лос-Сантос. Здесь у нас Мейз Бак неподалеку. И, кстати, я приметил хорошую штрафстояночку. Вот прям идеальную. Куда ты сейчас завезешь свой байк, там его оставишь, да? Ну, да, там я его, пожалуй, оставлю. Тем более, он не мой. Так вот так объеду, чтобы заборы не сломались. В будке, кстати, никого нету. Видимо, охрана какой-то пончики жрет. Нашел обычный. Слушай, я тебе восьмеру нашел. А что за нахрен? Охереть, какая бэха. А что она в центре стоит? Так, окей. Что там нашел? Я нашел что-то... Что за бред? Так, джипик... А! Я нашел что-то... Какую-то херню нашел, честно. Я нашел кабриолет, братан. Кабриолет? С нитро. С нитро? Кабриолет с нитро. Баги, что ли? Нет. Это кабриолет с нитро, мать его. Да. И это довольно-таки странно, что ли-то. Это Хонда, кстати. Что за жесть? Офигеть, она... А что с ней не так-то? Живи, молодой, ты что там умираешь, что ли? Да, что-то я умираю. Выхлопа надышался. Да, так она там... Там такая херня. А что с ней вообще? Это что? А, я нашел вторую, я... Это что такое у тебя? Это Супра? У меня Супра, да. Бред. Ты сейчас увидишь мою тачку, короче. Кстати, они, походу, чем-то похожи. Что-то задние диски прям жесткие какие-то. Посмотрим. У меня типа загон на Драгстер, как я понял, но... А, у тебя есть ВК-драг, чё? Да, да. И самое интересное, он издалека пропадает. Я увидел впритык, прикинь. Жестко. Ниссанчик, Ауди... Серьезно? Слушай, мне кажется, Димона поймали, его тачку на штрафстоянку поставили здесь. Да? По-любому, потому что он любит баловаться со всей вот этой херней. Ну, ладно, я, может быть, отдам ему, но длинными... не точно. С длинными тачками? Ну, к сожалению, она не настолько длинная, но думаю, что ему понравилось бы все равно. Я понял. Кто понял, тот понял. Так, я возвращаюсь. Чё? Меня больше всего даже удивило не то, что ты сидишь в драге, да, в нашем карте. Меня больше всего удивило то, что эта тачка пропадает сдалека, что с ней не так. Так, ну да, это будет сегодня, ребята, махач. У нас получается сегодня два читерских карта, и это что? Это S2K, с Нитро, Драгстер и, собственно, Супра, тоже с широкими, я смотрю, колесами. Видимо, тоже Драгстер. Окей, попробуем, посмотрим, на что они способны. Давай прокачаем. Ну и погнали. Давай, гол. Короче, ребят, мы тут в багажниках полазили у тачек и нашли, смотрите, что. То есть да. У меня одинарный, получается, это движок от карты, если что. Это движок от лодки, блин, возможно. От лодки тоже возможно. Окей, ребят, первое испытание у нас драг Супра против S2K. Это интересно. Ну что ж, ты готов? Давай. Раз, два, три. Офигеть, ты куда собрался? О май. Так, ну это уже интересно, что Супер быстрее, чем Хонда. Кстати, ну не так уж я бы сказал. А чё со скоростью? Да, какие 170? Овощи 170. У тебя колес нет. Да? У тебя ты колеса потерял. Так, какая моя? Ты чё к моей-то поехал делать? А, да, это твоя? Я так-то красный, если чё. Так, ну понятно. Ну да, я в итоге проиграл на там. Да, тут тупо то, что остановился возле моей машины. А, кстати, нитро у нас есть. Ты с нитро едешь там? Да. Что-то меня там догонял, прям видел, как ты меня догонял. Я такой развернулся, думаю, нихера себе, что за пушка, что летит там такое. Ага. Кстати, мы с тобой забыли прокачать наши овощи. Кстати. Поэтому кстати, я тебе да. Предлагаю немножко брызнуть в них всяких витаминчиков, там, окислителей, витаминчиков. И, возможно, они поют получше. Погнали. Давай. Итак, ребята, самое время проверить наши тачки на максимальную скорость. Супра и Хонда, окей. Так, чё, как у тебя? Сработала на Супре. Что сработало? Аварийка. Аварийка? Ну я, слушай, неплохо ее так-то. Да, 350. Овощи. 400 овощи. Я включаю нитро, у меня нитро вообще не работает. Ну, у меня то есть скорость набирается, я нитро включаю, она... А вот, что-то заработало типа. Да херня вообще. Бред. Ну, 450 на самом деле, да. Ты у меня, кстати, весь прозрачный. Что с тобой? Да, ты Билли. Тоже, кстати. Это супрострянка или что? Супротрянка, ну пока впереди. Супротрянка. Да, ты буквально чуть-чуть впереди, хотя... Да ты вылезешь из тачки-то. Ну, как мне посмотреть? Она расслоилась на три другие. Ё! Нормально. А чё так мало? Хэштег минус супра, просто жестко. Просто пополам сломалась. А у тебя... Ты зачем мою... У тебя карт с чипом, нет? Ты в мой карт сел, собака. Бери его. Да какая разница, в принципе? Ну, в принципе, какой чип? Какой чип? На что ты имеешь в виду? На ускорение или нет? Или просто нитро? Нет, здесь нитро, тут нитро. Так, я приземлился наконец-то. И, на самом деле, я хочу сейчас немножко иначе прыгнуть попробовать, потому что я постоянно там врезаюсь в дом.
А я хочу не в дом. А я прямо в это зарядился. Я ни хер, короче, полетел в дом. Да? Слушай, а я полетел тут... Чего? Ну нет, это все равно, это та же самая точка, пацаны. То есть он не может дальше пролететь, он всегда прилетает в эту точку. Вот просто... Ты где? Я еще нитро коплю. А, ты нитро копишь? Я, короче, прилетел уже в пятый раз на баге в одно и то же место. Да? Вот ну, просто умеешь. Тупо в одну и Ладно, ту же точку. 40% просто. Вы думаете, что хватит, да ведь? Да вполне. Там, в принципе, баги и так разгоняются быстро, и там, в принципе, не так, так много нужно. Так, Донни где-то там летит, сейчас я подождем. Я еще съезжаю, да. Я полетел, конечно, но... Вижу. Нифига, ну, ты типа... крутишься, верь. Ну, что-то ты вообще плохо прыгнул. Я ударился сильно. Ты очень плохо прыгнул, да, это магистраль, видимо. Чебоинг трехочковый не забил. Блин, ну, на самом деле, балл остается здесь мне, окей, ребятки. Давайте заберем тачки и устроим дерби. Давай. Короче, ребята, следующая дисциплина дерби. Кстати, я впервые поймал себя на мысли, что вот баллон нитро вот вообще в тему сейчас. С нитро. Кстати говоря, да. Так, ну давай, поехали. Кстати, я вдалеке невидимый, это мой плюсик. Это мой плюсик. Прозрачный, я только вижу тебя, и за тобой какая-то сумка тащится. Так, ну это было нитро. Ой, агрессивный нитро-пожиратель. Просто нитро-пожиратель. У меня нитро вообще-то в салоне работает. Посмотри, у меня в салоне горит что-то. Нитро закончилось. Да? Это хорошо, у меня еще 45%, но мне это не помогает никак абсолютно. Окей. Все, расходимся по углам. Что за бред? На самом деле они... Ну, прям вообще сильно одинаковые и тупо отрикошетил. Да. Тупо отрикошетил. Да. Окей, ребят. А, первую жизнь я у Дони отобрал. У меня, конечно, против карта S2000 сейчас просто... Посмотрим. Просто готов? Испарится. Да, да, давай. Ты упал? Нет. Я упал. А я упал. Нормально. Зачем я нитро нажал, просто не понимаю. Так, окей, карт. Карт против карта, поехали. Ёпт, тормози, дурак. Вообще, не, после этих, после овощей очень непривычно. Ну, на самом деле, это я с тобой полностью согласен. Да ты должен был уже уехать за парень. Чего? Чего, ты где? Чего за... Да, ебать! Что это было вообще? Я вообще не понял, что это было. Трэш какой-то просто лютый. Окей, ребята, что, ты, получается, первый балл свой получаешь здесь сегодня? 2-1, ребят. Окей, погнали на следующую дисциплину, это будет спринт. Давай. Окей, ребята, спринт, едем, получается, до спасателей, почти 6 км. Будет интересно, особенно на тех тачках. Так, ты готов? Ну, давай. Раз, два, три, поехали. Самое страшное не это, самое страшное то, что у меня машина невидимая, я могу мимо проехать. Я вообще уехал с трассы как-то. Я вижу. Я вижу. На колеса. Пока сделал трюк какой-нибудь, да? Да. По пути. Я встал на колеса, я, конечно, красавчик. Но, кстати, в поворотах что-то... А что с баги стало, реально, он в поворотах? Красавчик, а мне нормально все. В смысле? Он прям тяжело так идет. Ну, тяжело, нормально поворачивает. Да ёб твою мать, я врезаюсь. Просто что происходит? Нет. Я понял, в чем проблема в моем баге. Это потому, что ты в нем посидел. Ты своей грязной жопой запачкал мне сидушку. Обнаглел? Да. Передал свою энергию в салон, все дела. У меня хотя бы есть носок. Тебя его нет. Ну так-то да. Там нахер мне нужно голове. У меня хотя бы на голове есть, у меня их вообще нет. Не, у меня нормально соскали все на самом деле. Да. Так, что ты там доехал, нет? Да, я вообще, уже я уже даже меняю. Не газую. Но самое интересное, что ты оторвался за сранец чуть-чуть. Да, я уже сел в другую, поехал. В смысле сел уже? Да. Когда успел, ты только что здесь ехал. Да. Мою тачку не видно, видно только движок от нее. Да, так. Ну вообще бредовая машина, если честно. Ну да. S2K, конечно, сама по себе мне не шибко нравится, но то, что из нее сделали, это, конечно, жестко. Ёб твою. Че, ушел, убрался? Да не, она просто... Умер. Это не Драгстер, это Дрифткорч. Ну, кстати, да, я вот тоже об этом, кстати, поймал себя на мысли, что это больше не Драгстер, а какой-то Дрифткорч, нифига себе, вот это трюк был. Что я, короче, только что задним колесом зацепил тачку, крышу сделал, короче, бочку и дальше поехал. Бочку? Да. Сделал. Ну, короче, бочку. Понятно, это все, это ГБЛ, S2000, ну, что-то прям вообще... Не, я хорошо еду, конечно, не то чтобы прям супер-пупер, но неплохо еду. У тебя она как управляется? Офигеть, у меня переворачивается в поворотах тачка просто. Серьезно?
Вообще ну жесть. Все, я думаю, это габелла. Ну я тебя вижу, но я тупо не успеваю, да. То есть то, что я вначале врезался на карте, он как бы сказывается. А-а-а. Все. Ну я тоже. Говорит, нет, ни с кем не целуюсь, а тут две тачки просто разбросаны прям с этой дороги. Они между собой врезали. Может быть. Окей, на самом деле, блин, ну сомнительное удовольствие вот такое вот иметь себе автомобиль. Я думаю, что все-таки карт здесь был бы получше. На тебе. Нифига, вот это волшебный лещ. Да, итак, да. Ребята, у нас 2-2. Я предлагаю пойти на гору Чилиот и закончить этот спор. Погнали. Окей, ребята, прыжок с горы Чилиот и... Блин, зачем я нажимаю нитро, если эта машина, в принципе, нитро вообще не видит? Все, то есть ей абсолютно пофиг, да. Я, кстати, невидимый, все. Да. Все, подрубаем читы, ползем до финиша. Я твой бампер забрал с собой. А я, у меня днище отвалилось у машины. Да? Я прям вижу баллон нитро и жопу свою. Ползешь ей по земле, да? Скребешь. Из меня вывалилась еще одна машина, братан. Еще одна вывалилась. Хорошо тебе. Так, я застрял в камнях, но я думаю, что ты можешь сделать красиво и просто пробить эту брешь с камнями и моей машины. Тем более, стоит там идеальненько. Так, ну, я тем временем все разбаги. Я пробил брешь. А я уехал? Нет, ты остался там же. А ты? Я еду. Куда? Стоп. Это неправильно. Это неправильный исход событий. Я прыгнул на баге, прыгнул очень хорошо, лечу прямиком в затор. Вот прям, вот прям. А я еще еду. А, блин, так реально у меня тачка осталась просто в стороночке. Ты еще едешь? Да. Ну я, правда, ну тихо еду, но я еще еду. Это жесть, у меня баги встала просто там, где она не должна была вставать. Ну может поедет, я руками не трогаю. У нас же есть небольшой баг, когда на горе останавливается, машина вверх поднимается. Да, машина сама проехала. Можешь посмотреть, где я? Ну я вижу тебя на сонаре. Я не знаю, баги поедет. Ну баги развернулся сам, кстати. Мне вот эта ее читерская жопа нравится. То есть она, если жопой стоит, она разворачивается потом сама. Такое себе. Терки с камнями у меня. Знаешь, что у меня эта машина, она, короче, колобашка. Поэтому она так, понятно, хорошо едет. Ой, второй, блин, камушек. Я все еще, я еще еду? Я ничего не трогаю. Всё. А ты вообще уехал туда далеко что-то? Да, да. Что-то реально далеко уехал, ребят. Если ты поедешь, ты просто меня с собой возьмешь, потому что я там встал. Не-не-не, я не проехал. Офигеть, Супра уехал, алло. Как можно было перелететь из 2? Типа ее не видно, поэтому все плохо, да? Так, ну, есть маленькая вероятность, что ты врежешься сейчас в мои карты, но я думаю, он дальше вряд ли поедет так хорошо. Хотя это карт, все возможно. Да, но... Ты едешь прям идеальненько. Прям ты серьезно? Стоило ровно. Ты серьезно просто? Окей, ребят. Можно даже немножко дальше на ту карту получать. Да-да-да. Что ж, сегодня, ребят, мы посмотрели с вами на новые машины. На самом деле, я думал, что это будет что-то прям прикольное, читерское, но оказалось прям такое себе, где-то нас обманули втихаря. Но Супра в любом случае прыгнула довольно-таки неплохо на челленде, как минимум, то есть это довольно-таки хороший результат. Что ж, ребят, пишите в комментариях, какая тачка вам больше всего понравилась. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже совершенно скоро. Пока-пока.